В адрес Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» поступило письмо губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова о рассмотрении президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» кандидатуры Олега Дмитриевича Николаева для назначения на должность председателя комитета по промышленной политике, торговле и топливо-энергетическому комплексу Волгоградской области. Мы сталкивались по прежней работе, он возглавлял такой достаточно сложный участок ЖКХ, очень много обычных нареканий, проблем там по капремонту. Вот я хотела бы сказать слова благодарности, всегда очень четко и оперативно реагирует на все предложения, на наши вопросы, депутатские запросы, и причем не просто вот для отписки, а действительно, чтобы вопрос решился. Я считаю, достойный кандидат, надо поддержать. Но всегда было комфортно работать в том смысле, что обращения реально в режиме онлайн рассматривались по существу. И при анализе работы по обращениям, взаимодействия с руководством жилищного коммунального хозяйства комитета, нам было очень комфортно, и у нас самый большой процент рассмотрения обращений по существу. Поэтому уверена, что также и в промышленном блоке, поскольку очень большая у нас программа посещения промышленных предприятий, мы будем ее продолжать, уверена, что у нас также будет налажена работа, взаимодействие поставлено соответствующим образом. Прошу также поддержать. То, что сейчас промышленное производство усиливается топливно-энергетическим комплексом, это непосредственно связано и с той задачей, которая ставится в Белгородской области, и губернатором нашим Андреем Ивановичем Бочаровым ставится развитие новых площадок, новых промышленных производств. И здесь тесное взаимодействие с топливно-энергетическим комплексом, она неразрывно проследуется. Благодарю за те слова, которые сказаны были в мой адрес. И от себя лично сказано, что настроен на продуктивную и конструктивную работу, также взаимодействие с законодательной властью, чтобы решать все поставленные задачи. Предлагаю голосовать. Кто за данную кандидатуру? За? Против? Воздержались? Решение принято. Коллеги, предлагается кандидатуру Николаева Олега Дмитриевича считать согласованной.